Назир Аль-Вахил. Значит, это про тебя говорил Майк? Добро пожаловать в Афганистан. Не снимай повязку, не говори по-русски, и с местными у тебя проблем не будет. Но хватит разговоров. Саид вряд ли там долго пробудет. Должен найти документы на подземной базе. Они в кожаном портфеле. Если принесешь, помогу. Держи, это взрывчатка. Потом взорвешь базу, чтобы замести следы. Вход на базу вон там, на склоне. Что за документы? Неважно. Для меня важно. Что там? Хватит болтать, нужно работать. Не теряй времени. Если тебе, конечно, нужен Эль-Бадами. Да, он мне нужен. Так что за документы? Ха, да пошел ты. Может, сходишь сам их заберешь? Там не любят таких, как мы с тобой. Американцев здесь ненавидят. Будь осторожен, встречаемся здесь. Кстати, здесь в пещере есть тайник с оружием. Загляни сюда, брат. Все, иди. Хорошо. О, да.
надо бежать, пока тут все не взорвалось. Здесь не пройти. О, да.
Тебе нужно быстро пробраться внутрь. Криворукие болваны. Вот и ты, ублюдок. Ты убил моих родителей. Значит, это ты? Видимо, да. Я знал, в Аргентине тебя не поймают. Но не думал, что мы встретимся так скоро. Отсюда ты так просто не уйдешь. Уйду, поверь мне. Мне жаль твоих родителей, но я ничего не мог поделать. Твой отец узнал, что я двойной агент,
Если бы он сообщил об этом, 5 лет моего труда пропали бы даром. На кону были миллионы. Его пришлось убрать. Значит, все из-за денег. А ты как думал, кретин? Остальное меня не интересует. Деньги правят миром. Без них ты никто. Где-нибудь всегда должна идти война. Тогда на мои товары будет спрос. А где спрос, там и предложение. Вот так и сколачивают состояние. Как меня раскрыли в Молдавии. Я что, должен рассказывать? Это все? Да, все. Больше ты ничего от меня не узнаешь. Увидимся в аду. Это Майк. Привет. В чем дело? Вернулся и даже не звонишь. Есть разговор. О чем? Не по телефону. Встретимся завтра. Ладно. Там же в 4. Договорились. До встречи. Привет. Так ты нашел его? Отомстил? Ага. Боже мой, я думал, ты спятил. 15 лет. Ну, ты рад? Не очень-то. О чем ты хотел поговорить? Ты здорово помог нам с Эль-Бадами. Босс подумал и сказал, чтобы ты возвращался на работу. Но что смешного? Меня что, за дурака держат? Кто? Управление. Меня все время держали под колпаком. Мне подкинули кость, как собаке, и отправили делать чужую грязную работу. Но... Я стал подозревать их после Молдавии. Кроме нас с тобой никто не знал о Грузии. И в Афганистане меня не просто так отправили за документами. О, боже, ты? Мне все равно. Я отомстил. Подонки свое получили. На остальное мне плевать. Если босс забыл прицепить на тебя жучок... Передай ему, куда он может засунуть свое предложение. О, господи. Нет. Я идиот. Слушай, я... Ничего, мы же друзья. Я не знал. Ладно, проехали. И что ты теперь будешь делать? Позову тебя выпить пиво. Да нет, чем ты теперь займешься? Не знаю. Не волнуйся, не пропаду. Моя помощь многим пригодится. Так как насчет пива? Все это время за нами следили? Не верю. А ты поверь. Первая кружка с тебя.